открытый дизайн и разноцветная подсветка. Сегодня рассмотрим клавиатуру HP Pavilion 500. По комплекту все просто. Клавиатура и документация. Теперь о девайсе. Корпус полностью пластиковый, выполнен в дизайне скелетон, когда механизм клавиш проглядывается под подложкой. Клавиши механические. Здесь используются красные переключатели Gateron. Это, конечно, не именитые Cherry, но и клавиатуры с последними стоят намного дороже. По установленным кнопкам можно сказать следующее. У них довольно тихий и при этом четкий ход. Как и следует механике, здесь чувствуется каждое нажатие. Еще один нюанс клавиш. Это подсветка с четырьмя цветами на выбор. Белый, красный, фиолетовый или зеленый. Цвета переключаются сочетанием клавиш FN и F9. На тыльной панели девайса предусмотрены ножки для регулировки наклона. Подключается клавиатура по обычному USB кабелю без тканевой оплетки. Защита от перегиба на месте. И на том спасибо. Подведем итог. Это полноразмерная механическая клавиша с небольшим внешним видом из-за дизайна скелетон. Если вы ищете красивую недорогую игровую клавиатуру, эта модель для вас.